Привет! Становиться фотографом дикой природы стоит как минимум из-за возможности увидеть такие кадры собственными глазами. Жирафа застали в самый неподходящий момент. Когда ты очень голоден и перед тобой наконец появляется долгожданная еда, то сложно скрыть эмоции на своем лице. Как я тебя понимаю, котейка! Еще один способ сделать эффектный снимок – поставить режим высокой выдержки. В это время взлетал фейерверк. Даже фактория не смогла догадаться без подсказки автора. В этот самый момент милаха был раскрыт в своем укромном местечке. Но стоит закрыть глаза, и он опять становится абсолютно незаметным. Потребуется много времени, чтобы понять, с какой стороны смотреть на этот кадр. Перед вами черепаха, которая наслаждается заплывом в чистом озере. В некоторых регионах Монголии родители одевают своих детей в такую чудесную одежду во время сильных холодов. Присылайте и свои интересные фото по ссылкам в описании под видео. Хасбулла стал известен за пределами СНГ и сейчас активно покоряет Америку. В этот момент ему предложили надеть на себя самые модные в данный момент аксессуары. Нет, у вас не троится в глазах. Просто семейство гепардов вышло на охоту. И на самом деле в дикой природе никому не пожелаешь встретиться с такой картиной, когда хищники подбирают себе жертву для обеда. Многие коты ненавидят, когда им подстригают когти и пытаются вырваться или укусить своего мучителя. И чтобы это не случилось, можно использовать такой забавный шлем. А еще эти животные не переносят поход в ветеринарную клинику. В этом месте они готовы включить короля драмы, лишь бы их скорее отвезли обратно домой. Эта фотография была сделана еще в 1970 году во время соревнований спортивных автомобилей. И перед вами победитель гонки на своем эффектном Porsche. Ястреб, попавший в автомобильную ловушку, в этот момент остается только отбиваться от человека своими крыльями. Для того, чтобы наносить реалистичные рисунки на еду, придется очень много времени потратить на практику. С первого раза у вас может не получиться изобразить своего любимого артиста от слова совсем. Мы привыкли, что когда кошки спят, они сворачиваются в клубочек, поэтому каждая подобная поза удивляет каждый раз. Еще один кадр, который был сделан в нужный момент совершенно случайно. А ведь как-то так могли бы выглядеть единороги во вселенной стимпанка. Перед вами сотрудники популярной сети супермаркетов. Судя по всему, чувство юмора у них примерно на одном уровне. В тот день улыбались все посетители. Автор фото научилась вязать забавные чехлы для горшков к домашним растениям. И их вид моментально меняется в таком обличии. Фактории идея очень нравится. Бедной мухе не посчастливилось столкнуться лицом к лицу с опасной осой. Стоит отдать должное фотографу, которому удалось снять крупным планом такую миниатюрную, но невероятно драматичную сцену. У всех вызывает чувство паники вид акулы. И это вполне нормально. Но если она предстанет к нам в анфас с закрытой челюстью, то будет выглядеть весьма комично. Хаски – неугомонные собаки, с которыми постоянно получается делать забавные фотографии, особенно когда они безуспешно пытаются от чего-нибудь уклониться. Котики способны всем своим видом показать, насколько они недовольны той или иной ситуацией. Без лишних слов начинаешь ее прекрасно понимать. Стоит любому человеку облачиться в огромный пузырь, и он тут же начинает напоминать какого-то странного и смешного мультипликационного персонажа. Древняя шумерская статуя. Шумеры – народ, который раньше жил на территории современного Ирака, и у них был свой подход к изображению человека. Уверен, что сперва всей компании было очень даже весело, пока любопытный цыпленок не клюнул бедолагу прямо в язык. Потом он уже не горел особым желанием с ними играть. В наши дни современными технологиями овладевают и наши домашние питомцы. Остается только догадываться, к чему это приведет в будущем. У этого кота глаза загорелись таким необычным цветом, будто бы в него в этот момент вселился какой-то дух. Хочется верить, что дух был добрым.
Если вы хотите выглядеть величественно на своих фотографиях, то вам стоит поучиться у птиц. У них это делать очень хорошо получается. Собаки – такие же талантливые актеры, как и кошки. Они способны одним своим видом вызвать неизбежное чувство жалости. Малыш замерз и пытается согреться всеми возможными способами. Сдается мне, что этот кадр был сделан во время семейного просмотра какого-нибудь фильма. Пес научился получать от этого процесса полное наслаждение, как и его хозяева. Жуткое кресло с лицом и краснеющими глазами, от которого точно ничего хорошего нельзя ждать. Сняли что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Долгожданный момент, когда тебе наконец удалось отвлечь человека, чтобы незаметно съесть заветную печеньку. Когда собака начинает играть с твоей обувью, это не может закончиться добром. Обычно страдает сама обувь, но в этот раз все пошло по нестандартному сценарию. Вовремя сфотографированная прыгающая кошка похожа на грациозную балерину, которая исполняет свой фирменный пируэт. Ленивцы – самые безобидные создания, и порой их находят в местах человеческого обитания, куда они совершенно случайно пробрались. Хоть это и совершенно маленькая птичка, но у нее такой грозный взгляд, что становится даже слегка не по себе. Готова в любую секунду заклевать до смерти. Отдыхающий кот, который очень недоволен тому факту, что его наслаждение было прервано шумным хозяином. Собаки тоже похожи на танцоров, если застать их в момент прыжка. Правда, они не настолько грациозные, как коты, просто немного другой жанр. Летающие животные в 9 случаях из 10 выглядят настолько забавно и умилительно, что эта фотография автоматически становится твоей любимой. Этот снимок был сделан во время съемок сериала «The Last of Us». А вы думали, что на площадке используются только настоящие лошади? С механическими гораздо безопаснее, особенно когда актеры не умеют ездить верхом. Кот, который посчитал, что не найдется более подходящего места для сна, чем дверь. И причем он уснул на ней не сверху, а сбоку, нарушив законы физики. Хоть этот орел и остался недоволен вмешательством со стороны людей, но на самом деле в этот момент проходила спасательная операция. Когда его подлечат, то обратно выпустят на волю. С первого взгляда и не поймешь, что это не настоящий охранник, а всего лишь картонная фигура с очень реалистичным изображением. Автор фотографии неудачно перевернулся на своем фургоне, и это стало поводом для того, чтобы сделать очередной креативный кадр. Во всем нужно искать плюсы. Суровая действительность дикой природы. Змея поймала в свой плен птицу. Представьте, с какой скоростью она в нее вцепилась, что птица даже не успела среагировать. Не все динозавры вымерли миллионы лет назад. Морская игуана – это то, что осталось от тех грозных созданий. По крайней мере, именно так хочется фантазировать. Да чего же милый цветочек с повязкой на голове, но он уже определенно устал от всех этих экспериментов с его внешним видом. Тяжелая судьба у некоторых домашних котов. А этого котенка с самого малого возраста начали приучать к вязаным свитерам. И насколько же хорошо он в нем выглядит! Чтобы убедиться, что коты – это жидкость, достаточно провести с ними всего один день. Рано или поздно вам удастся застать тот самый момент, когда они начнут стекать вниз. Этот дорожный конус многое повидал в своей жизни. По-моему, ему уже давно пора на пенсию. Слишком уж усталый у него вид. Наконец, Дарт Вейдер смог найти себе достойного соперника, который без сомнений осмелился принять вызов. Эта схватка будет легендарной! Королевский стражник со своим верным другом. В такой компании нести службу гораздо веселее, да и всегда есть кого погладить, чтобы снять стресс. Сложно представить, чтобы этот кот самостоятельно попался в такую хлебную ловушку. Скорее всего, очередной хозяин посчитал, что это будет прикольный наряд. Чайка, сфотографированная в момент, когда она собралась в свой следующий полет. Вроде бы ничего необычного, но фотография все равно притягивает к себе. Две кошки за ужином. Кажется, они уже привыкли кушать за столом рядом с людьми, но до сих пор не привыкли к тому, что их обожают фотографировать.
Парень хотел сделать крутую фотографию со своим фирменным трюком на скейте. Но в этот момент в кадр неожиданно ворвался козел, которому тоже захотелось внимания. Согласитесь, что он похож на самого обычного человека, которого неожиданно начали снимать сзади. Обычно у нас в этот момент появляется точно такой же осуждающий взгляд. Еще один креативный уличный фонарь. Я совершенно не удивлюсь, если он находится рядом с каким-нибудь популярным баром. Невероятно милое зрелище с участием маленьких ангелочков, и одна из них отправилась в незапланированный полет. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!